Здорово, народ! Ночевал в квартире в Светлогорске, третьем, съемной, двухкомнатной. Потом застелю, приберусь. Сейчас покажу, как все выглядит. Диван посередине. Складывается телевизор со смарт ТВ, пульт, свет, люстра вот с разными функциями, белый, желтоватый. Окна, две стороны. С одной стороны лес, первый этаж, так, ванна, вторая комната не готова, парковка, шлагбаум. О, грузовик приехал. Шлагбаум открывается по звонку или с пульта. Еще строительные работы не до конца завершены в этой комнате. Так, прихожая. Розетки под Wi-Fi, интернет. В прихожей еще звонок будет. Люстра может какая. Хотя вот люстра есть. В комнате люстра. Так, это туалет. Стиральная машина. Моя еда. Яйца хорошо приготовляются. А, о, окно. Тоже лес. И там дорога. Холодильник есть. Тут у нас газовый котел на отопление. Вытяжка. Плита. Раковина, шкафы, пульт на свет. Это в коридор, наверное, на кухню. Чайник. Красота на улице. Квартиру можно купить за 5 миллионов или снять. Цена одного дня, одного дня и ночи 1500 рублей.
24 часа, вот. Марта, утром снег выпал чуть-чуть, остатки вот. Снега.
Цена 1500 за сутки. Это в марте минимум. А в августе будет цена 5000 рублей. До моря пешком 5 минут. То есть вот пешком и все. Сейчас Светлогорский единственный пляж имеющийся. Это именно вот здесь. Потому что там песка и нету, негде будет. Что там, что тут. Ну, постепенно намывается. Может, к августу будут пляжи еще. Поэтому так. Цены такие вот. Все-таки две комнаты. Можете купить сразу за 5 миллионов и все. И не снимать. Если что, пишите. Подскажу, где снять. Калининградская область. Всем пока.